Распутица версии 2012 полностью оправдывает свое название. На трассе есть все. Мешанина из воды, грязи и ледяного крошева превращает сравнительно небольшую речку в серьезную преграду. Серьезную, но преодолимую. Количество точек стандартное, 20, но организаторы к их размещению подошли с фантазией. До контрольных пунктов проще было добраться пешком, чем подъехать на машине. Экипажам пришлось приложить немало усилий. Впрочем, для водителей и штурманов это дело привычное. Трасса нормальная. Отлично. Самый раз. Самые многочисленные классы стандарт и экстрим. В этих категориях автомобили подвергаются небольшому вмешательству в конструкцию. Но это не мешает им объезжать своих заморских одноклассников. Причина столь сильной любви спортсменов к отечественному внедорожнику проста. Его доработка обходится на порядок дешевле импортных аналогов. А конечный результат ничем не хуже. Бюджет не строить у вас автомобиль. Многие пытаются с Нивы сделать внедорожник, но «Жигули» не может быть внедорожником, как бы, поэтому тяжело, пытаются, ездят на Нивах, но впоследствии все равно пересаживаются на УАЗ, ну а потом и на более дорогие иномарки. Больше всего помокнуть и померзнуть пришлось представителям класса АТВ. Там, где джиперы наблюдали воду за бортом своих авто, водители квадроциклов в полной мере оценили ощущение от ледяных ванн. Всем хватило экстрима, всем хватило таких свободных ощущений и полета, и скорости. И лопаты приходилось доставать, там работать с лопатами. Все приходилось делать. Итог соревнований поверг организаторов в легкое замешательство. На большинство призовых мест претендовали по два экипажа. Поэтому кому-то достались кубки, кому-то дипломы и медали. И общий для всех участников победный душ. Павел Прожогин, Давид Давидашвили, Николай Александров, служба новостей «Импульс».